Борьба с сорняками и вредителями или стратегия защиты вашего сада. Сегодня поговорим на эту тему в нашей школе садоводства. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные выпуски. Садоводство – это искусство создания красивого и плодородного уголка природы. Однако в этом увлекательном процессе мы сталкиваемся с вызовом в виде сорняков и вредителей, готовых нарушить наш труд. Эти растения, хоть и считаются нежелательными, могут обладать уникальными характеристиками и даже приносить пользу. Однако их бесконтрольное распространение может стать причиной проблем. Для успешной защиты сада необходима эффективная стратегия по борьбе с этими нежелательными гостями. Сорняки – враги садовода или источник урожая. Сорняки – это не просто неприглядные растения, они также могут конкурировать с полезными культурами за питательные вещества и влагу. Однако некоторые сорняки могут быть источником полезных элементов и могут использоваться в качестве удобрения или в пищу. Идентификация сорняков, ключевые виды и признаки. Однолетние сорняки. Медуница – легко узнаваема по своим зубчатым листьям и фиолетовым или белым цветам. Одуванчик – известен по желтым цветкам и характерному пушку, семена которого легко разносятся ветром. Многолетние сорняки – пырей – имеют подземные корни и стебли, что делает его сложным для полного уничтожения. Лебеда – высокие стебли и характерные розовые цветы, распространяются как семенами, так и корнями. Вредные сорняки. Такие сорняки, как амброзия и ядовитый плющ, могут вызывать аллергию у человека. Ядовитые растения, например, дикая морковь или ядовитый плющ. Причины роста сорняков. Как управлять почвой и уменьшить их количество? Загрязнение почвы. Эрозия почвы. Сорняки могут увеличиваться на обнаженных почвах, поэтому важна защита от эрозии. Нарушение структуры почвы. Неправильная обработка почвы может привести к формированию пустых мест, где сорняки находят свой идеальный дом. Использование мульчи. Покрытие почвы органической мульчей помогает подавлять рост сорняков, улучшает влагоудержание и добавляет питательные вещества в почву. Использование специальных тканевых материалов вокруг растений может помочь в предотвращении роста сорняков. Эффективные способы борьбы с сорняками. Интегрированный подход. Механические методы удаления. Ручная выкопка, регулярное ручное удаление сорняков позволяет контролировать их количество и предотвращать распространение. Газонные покрытия. Использование газонных покрытий, таких как травосмеси, помогает подавлять рост сорняков. Мульчирование. Покрытие почвы мульчи помогает задушить сорняки, предотвращая их рост и снижая количество семян. Биологические методы. Использование животных. Некоторые животные, такие как утки или куры, могут помочь в борьбе с сорняками, роющими почву в поисках пищи. Использование подконтрольных растений и их правильный подбор. Выращивание определенных растений, которые конкурируют с сорняками за питательные вещества, может быть полезным. Выращивание сильных и здоровых растений помогает им конкурировать с сорняками за ресурсы. Огораживание территории от животных. Использование ограждений, чтобы предотвратить доступ животных, переносящих семена сорняков. Органические гербициды. Уксусный раствор. Разбавленный уксус может быть использован для обработки места роста сорняков. Сода может быть рассыпана на почву для подавления роста некоторых сорняков. Химические средства. Применение гербицидов – это химический метод борьбы с сорняками, но следует использовать его с осторожностью, учитывая их воздействие на окружающую среду. Вредители. Как сберечь свой урожай? Вредители могут стать настоящим испытанием для любого садовода. Защитите свои растения с помощью эффективных стратегий борьбы с вредителями. Привлечение полезных насекомых. Медоносные растения.
Привлекайте пчел и других полезных насекомых, высаживая рядом садовые культуры, которые обеспечивают им цветение и нектар. Живые барьеры. Растения, такие как мелисса, могут служить живыми барьерами, отпугивая вредителей своим запахом. Органические пестициды. Табачный настой является эффективным средством для борьбы с вредителями. Он содержит никотин, который может повлиять на насекомых. Водный настой из чеснока может помочь отпугивать вредителей. Феромоны и ловушки. Размещение ловушек для вредителей, таких как личинки насекомых или капканы для грызунов, может значительно снизить их численность. Феромоны привлекают вредителей к специальным ловушкам, оставляя ваши растения в покое. Интегрированный подход – секрет успешной борьбы. Самый эффективный способ борьбы с сорняками и вредителями – это интегрированный подход, сочетающий различные методы. Это включает в себя постоянное наблюдение за садом, применение профилактических мер и в случае необходимости использование более интенсивных методов. Борьба с сорняками – это непрерывный процесс, который требует внимания и терпения. Используйте комбинацию методов, подходящих для вашего сада, и помните, что устойчивость – это ключ к успешному управлению сорняками. Сбалансированный подход к уходу за почвой, правильный выбор растений и эффективная борьба с вредителями помогут создать красивый и здоровый сад, свободный от излишних сорняков. Напишите в комментариях, какими из озвученных способов вы пользуетесь и насколько они эффективны на ваших садовых участках. Thank you.